В одной руке грабли, а в другой пакет для мусора. Утро Сергея Батина началось с очистки городских проспектов от прошлогодней листвы. Последний раз на городской субботник выходил еще будучи школьником, вспоминает Сергей. Очень было приятно вспомнить эти моменты, когда мы с классом ходили и убирались. Это очень хорошая работа для блага общества. Так что призываю всех челнинцев выходить на улицы, убираться около своего подъезда или около дома. На городской субботник Сергей вышел вместе со своими коллегами. Нерабочие мероприятия объединяют, и гулять по чистым улицам города приятнее, считают челнинцы. Мне кажется, это уважение к самому к себе, к месту, которому ты живешь. Потом встанешь, еще дома у себя уберешься, полы помоешь. И вот так смотришь, как вокруг чисто, радуешься. И вот именно когда выходишь на субботники, где-то проходя, проезжая, ты точно ни фантик никакой не выкинешь. Также в рамках городского субботника были посажены деревья возле набережной Табеева. В прошлый раз мы посадили здесь вот рябины и липы 500 штук. Сегодня 225 яблонь сажаем, продолжаем засаживать поле. Ну, это очень здорово, потому что мы решаем сразу две проблемы. И экологическую проблему, и, конечно же, мы делаем наш город лучше, красивее. За все время санитарно-экологического двухмесячника высажено около 4000 деревьев. Работы по очистке и благоустройству города будут продолжены. Христина Балабанова, Ленар Султанов, Новости Челны-ТВ.